В администрации района молодые специалисты получили ключи от служебных квартир. Жилые помещения находятся в новых домах на улице Карла Маркса и в переулке Красный Путь. Квартиры оснащены центральным отоплением, канализацией и сразу укомплектованы сантехникой и электроплитами. Эту программу будем продолжать и дальше. Строительство служебного жилья, строительство жилья для детей-сирот, других категорий. Поэтому самое главное, чтобы хорошее настроение было. Ну, качественное жилье строить, вы же сами видите. Кирпичное строительство, отделка великолепная, подрядчики молодцы. Возле новых домов уже идет активное благоустройство территории. В прошлом году администрация района заселила в новые квартиры 24 муниципальных работника. К концу этого года жилищный фонд служебного жилья прирастет 21 квартирой. Я очень рада, что у меня появилось собственное жилье. Спасибо большое администрации района. Очень давно ждала, что мне дадут служебное жилье. И мы с Натальей Владимировной, с моим директором, она за меня очень сильно переживала, все, надеялись, что мне дадут. И благодарность ей отдельная, конечно, и администрации большое спасибо за то, что все-таки я получила квартиру. Я польщен очень, прям слов вот нет, у меня восхищение одно, прям очень классная квартира, шикарная, я бы сказал. Спасибо огромное. Большое спасибо за поддержку молодых специалистов, потому что, я не знаю, кто еще такую помощь оказывает, в каких районах. Я отучилась, приехала, работу предоставили, жилье предоставили. Сейчас буду теперь демографию поднимать. Строительство новых домов продолжается. Молодые специалисты и дети-сироты смогут получить заветные квартиры уже в самое ближайшее время. У администрации района большие планы по строительству не только новых жилых помещений, но и других объектов. Мы заходим уже и на следующий год, потому что у нас на там микрорайоне, сейчас там 3 сдается, 4 начинает строиться, это 7 на улице Зеленой. А вот сейчас дом строится напротив новой школы, где школа строится, и там еще мы планируем порядка 7 домов поставить на квартиры. Поэтому, это этот год, следующий. Спасибо губернатору за поддержку, министру строительства Алексею Викторовичу. Поэтому помогают они нам существенно в районе. Большой общей стройкой школа вот строится, и планируется спортивный комплекс с бассейном строится. Готовим документацию на строительство поликлиники. Необходимо строить, как следует из послания президента, общежитие для педагогического колледжа. Большая стройка. Мы в этом году начнем коттеджное строительство.